30 сентября в нашем городском округе, как и по всей стране, впервые отмечалась учрежденная президентом памятная дата – День воссоединения новых регионов с Россией. В этот день в Щелкове, в Центральном дворце культуры, собрались активисты молодой гвардии. Поддержали патриотическую инициативу молодежи депутаты окружного совета и Мособлдумы. Сегодня это еще один повод и, на мой взгляд, знаковая дата, которая, несомненно, всегда будет особо отмечаться на территории нашего государства. В том смысле, что насколько необходимы нам уроки истории, как важно знать историю, ибо действительно, это же слова Ломоносова о том, что человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. На мероприятии было организовано несколько интерактивных площадок. Это фотовыставка, посвященная восстановлению на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях объектов социальной и жилой инфраструктуры и арт-зона, где были представлены изделия художественного творчества. Помимо этого, в фойе Дворца культуры работали мастер-классы по вязанию, оригами и тактической медицине. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.